Всем привет, это Фанкин Видео. Сегодня решили промыть отопитель салона. Для этого нашли вот такую вот помпочку на 12 вольт, которая будет погружаться в тазик с содой или с лимонной кислотой или с кротом. Ну, у кого на что фантазии хватит. Первое, что нужно сделать, слить жидкость охлаждающую. Далее вот я соединил вот эту помпочку с входным шлангом отопителя. И сейчас надо будет вывести второй шланг от выходного шланга отопителя. Это делается в тех случаях, когда плохо греется салон. То есть отопитель загрязнен, жидкость плохо проходит. Мы тут еще снимаем бачок охлаждающей жидкости, так как у нас треснутый, для того, чтобы его запаять и заклеить. Вот я тут приготовил тару. Буду сливать через радиатор. Здесь вот есть такой крантик. Здесь тут такой надолгазный. Так, сливается у меня жижка пока. Кстати говоря, вместо вот такой вот помпочки, которую я использую, можно использовать насос, который используется для отопления. Или бензонасос автомобильный. Хочу вот показать, где у меня стоит выходной патрубок печки. Вон он, его видно. У меня к нему подобраться можно только из ямы. Точнее, можно подобраться и сверху, но неудобно. Сейчас жижка сольется. Буду отсоединять этот патрубок. Вставлять туда длинный шланг и выводить наружу в таз. Вот чтобы шлак весь не закидывался назад, я на помпу надеваю тряпку. Вот так вот одел тряпочку. Будете засасывать через это место. И грязь попадать назад в радиатор печки не будет. Вот такую вот систему пришлось замутить. С выходного патрубка. Куча переходников. На садовый шланг. И в ведро. В общем, для того, чтобы посмотреть, что оттуда выйдет. Какая грязь. Первый пуск через пластиковую канистру. Так, ну что, запускаем. Пам-пам-пам. Насосик загудел. Водичка уходит. Чего? Пошла вода. Это первая промывка водой просто. Вроде течет хорошо. Такая вот не особо грязная вода. Посмотрим, что будет после химических добавок. Сода. Насыпаем в водичку. Чистую водичку соды. Не жалеем. Сода вроде сейчас недорогая. А, теперь надо перемешать. И... сейчас сожрет печку нахер. Так, закидываем насосик наш. И закидываем шланг, который с выходного у нас идет.
Так. Держать. Соединяем электрическую схему. Вот, вот таким вот образом промывается отопитель салона. Так что, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это был Funkin Video. До новых встреч, пока.